Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова Демастер, и мы продолжаем с вами играть в Hexit, уже 17 серия. В прошлый раз мы с вами разбирали Tinker Construct вот на таком вот уровне, довольно-таки простеньком. Но сегодня мы продолжим с вами разбирать Tinker Construct. Мы же должны узнать, как же все-таки делать более интересные инструменты, и для этого нам понадобится печь. Печь мы построим в подвале. Скажем, это будет такая система, ну, знаете, грубо говоря, конечно, уже система отопления этого места, и плюс... Ну, это как-то смотрится более правильно. Если я построю все-таки на втором этаже печь, это будет как-то немного некрасиво, плюс, сами понимаете, дерево, печь как-то не сходится, правильно? Ага, вот, что нам для этого понадобится? Нам нужен гравий, клей, песок, клей имеется в виду, глина. Так, здесь ничего... Так, мне где-то вот это песоки должно быть. Песок, клей, это все убивалось в этих... гравий там есть? Гравия нет, сейчас, может, где-то в сундуках где-то должен быть гравий. В любом случае, я выбивал его. Так, вот есть гравий, еще гравий, окей, возьмем больше. В общем, что нам нужно сделать? Нам нужно сделать вот так, клей нужно это рассоединить. Я-то выбивал его в блоках. Как его? Ну, ладно, сделаем попроще. Вот так вот. Придется его рассоединять на самом деле. Немного неудобно, но каким уж выбил. Он там был только в кубиках, где я его выбивал. Не помню, в какой серии, но такое дело было. Это. Когда меня, знаете, заваливало частенько, там был клей, вот. И. Да что-то я говорю, вы надо посмотрите, увидите, вспомните. В общем, дело такое было, это я точно помню. В общем-то, клей нам нужен... то есть сейчас мы будем изготавливать сам корпус для этой печки. Ну и все необходимые механизмы, естественно, тоже. Вот, мы с вами посмотрим, что вообще работает, зачем, что, почему и как. Надеюсь, ресурсов у нас всех хватит. А то у меня часто такое в летсплей бывает, что бах, чего-то не хватило. И приходится оставлять до следующей серии, там пока не найду то, другое, третье, четвертое, пятое, шестое... 7, 8 и так далее. В принципе, так вот все у нас глина закончилась. Мы ее всю переработали. Я просто не знал, думал, на кубиках уже. Ну, то есть в этих кругляшках. Так, нам нужно расположить все вот так вот. Песок, гравий, клей. Ну, можно сюда, неважно. Куда хотите, можете ставить. Это вообще не зависит никак. Но он тут сразу же показывает вам то, что нужно. Вот это, мы должны получить growth. Пока что возьму два стака, потому что я не знаю, сколько нам его надо, на самом деле, и закину переплавляться в печку. Чтобы дело шло быстрее, построю еще одну. Так, сюда я скинул все вот эти вот вещи, которые в прошлый раз мы делали, ну, знаете, там, чтобы, как сказать, мои неудачные эксперименты и всякие материалы для лоукрафта в этом моде. Где-то же, кстати, что это здесь у меня делают? Это должно сделать тут. Где же у меня... в принципе, в рюкзаке, скорее всего, есть что-то. Туплю, про рюкзаки постоянно забываю. Так, а нет, смотрите-ка. Из-за того, что я в этом моде в шахтах бывал мало, ну, вы сами, наверное, понимаете, о чем я. Потому что в шахты здесь ходить вообще почти не нужно. Возьмем кирку. Сходим в подвал. Печку все... под печку как раз выкопаем немножечко места. Мне нужен кобльстоун сделать, чтобы еще одну печку именно... Ну, не печку, уже печь для этого. Так, именно для моей этой хрени. Вот, чтобы переплавить побыстрее весь этот гроут. О, редстоун, ладно, забью пока на тебя. Не до тебя сейчас, братиш. Вот, ну что ж, в принципе-то это все понятно. Все понятно, сейчас нужно только иметь время и терпение. Вот мы получаем эти слиточки. Выкладываем еще одну печку. И переплавляем здесь второй стак гроута. Из воздуха мы, конечно, переплавить его не можем, поэтому нам понадобится уголь. Был бы этот мод на Industrial Craft, или где-нибудь еще, можно было бы быстренько переплавить через какие-то суперпечи электрические. Но, к сожалению, мы на Хексите. Вернее, не к сожалению, а к счастью, ребят, потому что Хексит все-таки довольно-таки интересен. Всякие Industrial Craft меня уже достали. Так, тем временем сделаем кому подвал.
хотя, в принципе, вот тут вот печка будет получиться вот так вот. Вот так вот. Сундук, прости, но ты не вписываешься. Книги зачарования сюда уже не влезут. Этот сундук, в принципе, и стоял, потому что в эти сундуки уже ничего не влезло. А, этот сундук никогда в жизни не откроется. Хорошо. Все понятно. Это мы скидаем сюда. От сундука этого избавимся, потому что он все равно здесь стоит без делу. Ставим его куда-нибудь вот сюда. Это будут расходные материалы от печки. Так вот здесь вот еще вроде надо будет сломать, потому что здесь тоже будет часть печки нашей с вами. И это все. Ладно, стол надо уж выкопаем. Ага. Расходные материалы. Так, ну что ж. Поднимемся наверх и посмотрим, как идет процесс. Да. Уже потому что можно начать крафтить. Да, уже довольно-таки неплохо переплавилось. И из этого уже можно начать крафтить. Что нам нужно сделать? В первую очередь нам нужно скрафтить вот эту вот хрень. О, у меня кошка начинает мяукать. А, смелый контроллер. Секундочку. Фух, я снова с вами. Так вот, блин, чертова кошка, она меня уже достала. Вот мы скрафтили Smelly контроллер, но это только начало, еще нужно будет много. О, нам сразу же дали Might Smell книгу. Довольно-таки интересно, потом мы прочитаем. Так, нам понадобится вот эта штука. Это Search Fluence. В общем, ладно, не буду читать, лучше потом на деле все покажу. Так, ну это, естественно, кастинг тейбл, только уже из данного материала, как видите, такой прокачанный уже, поболее такой. Так, черт, нам же еще стекло надо. Стекла-то у меня, кажется, или есть. Так, следующее. Следующее, что нам понадобится. Да, нужно найти стекло, ребят. Нужно найти стекло. Потому что без стекла пока еще небольшое. Заберем. Так, стекло, 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 стекло. Стекло, воу-воу-воу. Так, тут шмотки. Вот здесь у меня ресурсы лежат. А, вот стекло, да, есть. Сортировать. Fabric of Reality. Fabric of Reality. Крафта нет. Окей, ладно, что-то просто я не помню, чтобы я этот Fabric of Reality где-то находил. Так, это тоже заберем, понадобится. В общем, теперь мы будем делать вот такую вот штуку. Обязательно нам пригодится. Полегче. Seared Glass. Вот такую вот штуку. Танкер нужно обязательно сделать, в котором будет лава. Вот на Seared Танкер. В нем будет лава. Так, ну и в принципе, нужно сделать побольше вот таких вот блоков. Боже мой, как меня это напугало. Черт, ну что там соседи делают? Как вот так всегда, вот знаете, вот просто сидишь, спокойствие, все хорошо, отлично, никто тебе не мешает, думаешь, пойду сниму летсплей, и сразу же начинается какая-то жопа, кошки начинают мяукать, соседи начинают долбить в батарею, там, за стенкой начинается какой-то срач, ну, в общем, Россия, щедрая душа. Так, блин, сейчас таки буду от печек бегать сюда, и, в принципе, страдать этой херней. Ладно, пока что пойду начну делать стандартную заготовку. Вот, а там пусть еще переплавляется. Если не хватит, сделаем еще. Вот, что нам нужно? Нужно сделать так, тык-тык-тык-тык-тык. Это будет у нас пол нашей огромной печи. То есть, если вы поняли, то... Воу, я счетрил блок, я счетрил блок. Черт! Он просто поставился мне в инвентарь, так нечестно. Так, ладно. Побежим наверх и посмотрим, сколько же у нас там еще блоков. Нужно еще 3, 6, еще 9 блоков нужно таких сделать. 4 штуки это один блок получается. 4 штуки вот таких это один блок. Сейчас посчитаем, насколько у нас еще хватит. 2 блока есть из 9. Здесь еще 20. А, ну да, в принципе нормально. В принципе хватает. И знаете, что пока мы это все делаем, я пойду вниз спущусь. И примерно прикину, как что и будет где стоять. Вот на этой стороне. Так, ну тут, в принципе, все понятно. Эта штука будет где-то тут.
Сэр-тан, куда ж тебя влепить-то, чувак? Где-то вот здесь ты будешь стоять. Тут. Сэр Брикс. А, ну это мои Бриксы. Тык, тык. Поднимемся наверх, за нашими этими Бриксами. Ну, короче, не буду долго плавиться. Сейчас, наверное, на минут 5 паузу поставлю, чтобы все переплавилось. Давайте подождем. Так, ну вот, в принципе, прошло какое-то время. Ну, ладно, не 5 минут, я просто поторопился. Я вдруг резко, пока ходил за чаем, вспомнил. Мы же не сделали еще одну хрень. Smoothie Drying, который должен будет стоять сверху, к которому, кстати, вот эта штучка и будет присобачиваться. Вот именно к этому Smoothie Drying присобачивается эта штука. Сейчас я, в принципе, покажу, как. Заодно и скрафтим этих. Ну, почти. Так, побежали вниз, побежали. Так, и здесь же опять первая же ошибка. Эту штуку надо было не тут ставить. А, надеюсь, выпадет, потому что это не считается как бы стеклом. Считается просто блоком. Smelty Drain ставим вот сюда, ребята, и к нему же присобачим вот эту штуку. А из нее будет выливаться сплав вот сюда, и тут уже по форме, либо без формы. Если будет без формы, то будет просто слиток. Получаться что-либо. Вот сюда вот мы поставим, естественно, эту печку, в которой будет у нас все это производиться. Сюда глаз. Так, но пока она еще не закончена, поэтому мы еще здесь не видим всего, что нужно. Вот, то есть, видите, ничего не работает, но уже кликабельно. Я, правда, еще не знаю, правильно ли я все расположил. Но, думаю, все у нас с вами прокатит. Будет много меда, шоколада и молока, да. Так, это мы возьмем. И отправимся вниз. В путь, в дорогу. Вниз. Ставим, и вот, печка зара... Ну, видите, анимация как бы есть огня, на самом деле ничего нет, ну, то есть, как бы она, по идее, не работает, но анимация будет всегда, будто бы она включена. Вот, в принципе, что нам сейчас нужно? Так, пустой сундук, нам нужна лава, возьмем 3 ведра, в принципе, этого будет достаточно. Вот. Хотя у меня там где-то в рюкзаках еще и бедер 5 есть, но это не важно. И заливаем просто правой кнопкой мыши вот сюда их. Раз. Я на всякий случай подальше отойду, а то вдруг я зафейлю. Два. И три. Вот. Уровень лавы у нас поднялся вот настолько. Видите, Fuel MB850. Я не знаю, в принципе, этого должно нам хватить на множество разных функций. То есть, в принципе, этого достаточно будет в данный момент. Я закину пока сюда. Это пусть тоже тут полежит. Чуть-чуть. Это тоже тут. Все тут. Хлеб обратно. Айрон сюда. Так, ну что ж, теперь приступим к самому простейшему крафту в этой печке. Печку скрафтили, но этого недостаточно. Мы же не можем на этом остановиться. Так что нам понадобится? Купер нам понадобится. Купер. Так, что там еще было? Так, я вот прервался. Мне вот приходили. Воу-воу, сундук, открывайся. Воу-воу-воу. Фу-фу-фу, как это быстро все произошло-то. Так, на чем мы остановились? Дайте вспомнить. А, прям вообще не дают нормальную серию записать. Да что ж ты будешь делать такое, а? Вот, так, нам нужен алюминий, нам нужен купер. Купер, алюминий. А, нет, купер мы нашли. Вот, купер ор у нас есть. Так, у нас есть алюминий и гравий. Но нам нужен не гравий, нам нужен просто алюминий. Так, да. Вот именно так. Так, что же мы будем делать сейчас? Насколько я помню, нужно 5 алюминия. Или 6. 6 алюминия, да. Мы их засовываем сюда, в печку. И 2 купера. Когда мы засовываем вот в эту вот печечку, у нас они появляются здесь. Ну, то есть мы их сразу же начинаем видеть. Вот. В принципе, довольно-таки прикольно сделано, я считаю.
Я бы, конечно, не сказал, что прям вау-вау, супер-реалистик, супер-класс, там, бла-бла-бла и так далее. Нет, просто довольно-таки здорово. Ладно, пусть пока переплавляется. Вот, а мы с вами займемся кое-чем другим. Посмотрим, что же можно скрафтить довольно-таки прикольное. Может, какое-то оружие. Рапира, лонгсворд, даггер, чисел. Хаммер. Не знаю, мне нравится. О, что за мир был? Клевер. Толтрут, ледж плейт, ледж сворд блейд. Ну пофиг, ледж сворд и всякая хрень не нужна. Вот лонг сворд хочу. Сворд блейд, толтрут, хенд гуард. Гуард, да. А, так, где у меня там тряпки все были? Вот они. Хедгуард мне дайте, пожалуйста. Хедгуард, пожалуйста. Да, то, что нам нужно. Так, теперь мы выставляем их сюда. Ну-ка, кстати. А, в любом случае засчитывается как стоун, да? Нам нужен Stone Hand Guard. Штуку тоже забираем, в принципе, почему бы и нет. Нам нужен Sword Blade Pattern. Ну, тоже Stone Sword Blade. И нам понадобится... Что там было? Я уже как-то запамятовал. Так, так, вот. Tool Root, это нормально. Hand Guard, Sword Blade. Все правильно, так заберем. То есть сейчас tool root в любом случае, я просто думал, вдруг, просто когда читаешь tool root, кажется, что для тулсов, то есть, ну, для вспомогательных каких-то веществ. Тем временем в печке должно было наш материал уже переплавиться. Да, надеюсь, серия не получится слишком затяжной, то придется ее разбивать на две. Вот, видите, тут написано ingots 8, то есть 8 раз мы можем вылить сюда, что хотим. Воу. Отдай мою кирку, чувак. Так, ну вот, мы берем с вами наши вспомогательные айтемы, которые нам как раз таки нужны были, которые ты только что скрафтил, именно из камня, потому что камень, как бы, он, ну, нормальный. И начинаем выплавлять заготовки к ним. Ждем, заготовка есть. Забираем заготовку, забираем... Теперь руд. Чик. Класс, у нас есть заготовка руда. Точно такие же заготовки, только уже, видите, из металла. И, естественно, нам нужна заготовка Stone Headguard. Переплавляем, получаем. Та-дам! Так, теперь у нас есть все, что нужно для крафта, именно вот меча из уже из более хорошего материала, как видите, уже не из бумажки какой-то там, а именно из такого материала. Так, тоже отключался по делам. В общем, что нам нужно сделать теперь? Теперь мы должны просто взять и налить форму уже без, без всего, то есть просто форму. Кстати, подходя к печке, мы не обжигаемся. Зачем мы это сделали? Все очень просто, ребята, все очень просто. Сейчас я вам покажу. В принципе, кстати, интересно. Ее нельзя поставить. Мы подходим вот сюда, нет, вот сюда, вот где у нас тряпки были, и вставляем ее сюда. И здесь нажимаю на Next Pattern, то я сейчас нажимаю, ничего не изменяется. Мы можем получить только Ingot Cast. Забираем ее. Тряпки обратно закидываем. А зачем же мы ее сделали, ребят? Все очень просто. Как вы уже поняли, то что это формочка для наших с вами слитков. Закидываем и делаем слитки. Бассейка уснула, у меня тут лежит. Воу. Видите, алюминиум брейс ингот. Вы уже догадываетесь, из чего мы будем с вами делать наш с вами меч. Сколько осталось слитков? А, на один ингот еще. Но мы не будем его тратить, пусть пока лежит. Почему бы и нет, действительно. Так, сколько еще? А, почему фуйла стало больше? Не знаю, баг какой-то, наверное.
Ну, знаете, в таких сборках частенько бывают разные баги. Я чувствую, все-таки придется это все перенести вниз, потому что все-таки основная лаборатория у нас будет там. Ну что же, теперь проверяем их догадку. Ставим хендгуард сюда. О, полегче. Ну-ка. Видимо, я зафейлил где-то там. Ну-ка, ой, такие кости. Айрон, предположим, ингот возьмем, да? Нет, что-то я еще делаю не так. Возможно, алюминиум. Я просто пока еще не разобрался в этом. Алюминиум не подходит как раз таки для крафта этой херни. Или, возможно, нужно парт-билдер построить из черной этой штуки. А, ну, в принципе, что ж, в этом мы разберемся в следующей серии. Мы уже покрафтим там хорошенькое оружие, потому что это реально уже затянулось. А, вот, ребят, ну что ж, с вами был Демастер. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, что-то вам понравилось. Это, конечно, был не обзор мода или не какой-то гайд, как строить печь. Это просто было... Я сам первый раз ее строил, да, до этого ни разу я не... Ну давайте просто ради теста, я хочу узнать. Не хлеб, что бы такое придумать-то, что бы такое сделать? Ну, предположим, стрелу. А, смотрите, он просто не выливает, да? Если закинуть там, не знаю, меч, то он тоже ничего не выйдет. Прикольно. Ну что ж, ребят, с вами был Демастер, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, рассказывайте о моем канале своим друзьям, всем пока. Ну что ж, ребят, вот Хексит подошел к концу, и сейчас, после просмотра этого видео, я советую вам зайти на канал Синтипоида, вот, логово Синтипоида, мне так нравится, как они так называют так, свои каналы, ну да ладно, в принципе, неважно. Зайдите, посмотрите его видео, в принципе, есть хорошие, там, Майнкрафт, всякие прикольные другие штучки, и... Подпишитесь, если вам понравится его видео, все очень просто. Подписаться — это нажать кнопочку. У него пока что 24 подписчика, уже снято несколько видео довольно-таки интересных, как по Майнкрафту, так и по другим играм, и вообще по Sony Vegas, он видит, что снимает. В принципе, оцените, если вам понравится, то подписывайтесь, если не понравится, то сами выбирайте, ребят. Ну что ж, с вами был Демастер, всем пока!